Конкурс на создание логотипа Вологодского городского совета школьников стартовал в областной столице. Ученики с 5 по 11 классы могут придумать эскиз для будущего логотипа школьного совета и отправить его вместе с заявкой на участие по электронному адресу горком35@mail.ru. Сделать это можно до 17 ноября. Затем на сайте Вологда.рф начнется народное голосование за предложенные варианты, которое продлится с 22 по 26 ноября. Его итоги будут подведены не позднее 10 декабря на первой конференции школьного ученического самоуправления. Во всех школах города прошли выборы председателей школьных ученических комитетов самоуправлений, и в декабре состоится в нашем городе впервые конференция школьного ученического самоуправления, первая встреча Вологодского городского совета школьников. В городской совет школьников войдут председатели всех школьных ученических комитетов, отрядов, самоуправлений. И вот на этой конференции будет определен и председатель Вологодского городского совета школьников. Задача Вологодского городского совета школьников – объединить все ученические самоуправления, работающие в учебных заведениях, для решения и обсуждения общих проблем на уровне города. В этом им будут помогать городские власти, общественные организации, а также родительский комитет Вологды. Александр Мишин, Михаил Протасов, Вологда РФ.